во сколько? Сейчас вот это крайняя гонка. Блин, идут еще танцевать с этой фигней. Весело вообще. Она еще такая, знаешь, шаткая. Ну да, чуть-чуть больше было бы. Минута, блин. Минута Внимание, внимание! Говорит и показывает Ростов-на-Дону. Говорит и показывает трасса картодрома Лемар. На ваших экранах, на ваших мониторах первый финальный заезд в классе КФ. Дистанция заезда 20 кругов. Взрослые, опытные пилоты, которые будут сражаться за победу в первом финальном заезде. И здесь всего 10 пилотов заявлены в классе КФ в рамках чемпионата России на втором этапе 2016 года. На ваших мониторах стартовый список участников заезда. Денис Мавланов, стартовый номер 6, город Москва. Рядом с ним на стартовой решетке Сергей Травников, город Санкт-Петербург. На второй линии стартовой решетки Иван Носов из Мурома и Михаил Калинин из Санкт-Петербурга. Третья линия стартовой решетки. Артем Артеменко из Санкт-Петербурга и Ростислав Бережинский, город Сочи. Четвертая линия. Андрей Щуров, город Москва, и его земляк Никита Демченко, стартовый номер 23. И на пятой, последней линии стартовой решетки Даниил Жучков из Дмитрова и Евгений Галкин из Москвы под номером 91, занимающий 10-ю позицию после отборочных заездов. Ну что же, нам остается пожелать только удачи участникам этого заезда. Пусть победит сильнейший. 20 кругов достаточно, вполне достаточно для того, чтобы решить главную задачу для каждого пилота. Друзья мои, погода сегодня просто шепчет. Правда, повышенная влажность, 85%. Тучки сгущаются. Очень бы хотелось, чтобы погода нас сегодня порадовала. И, конечно же, никаких водных процедур. Вчера большая часть заездов отборочных проходила в режиме дождевой гонки. Трасса была грязной, влажной, скользкой. И, конечно же, сегодня просто суперкомфортные условия. Легкий ветерок приятный. Ну, легкая духота присутствует. Тем не менее, для пилотов сейчас самый оптимальный погодный вариант. Нет жаркого солнца палящего, поэтому можно там сказать, бархатное начало сезона. 20 кругов, дорогие друзья, 20 кругов. И все внимание на колонну, построенную в две шеренги. Поехали, поехали, поехали. Дан старт. Никаких замечаний от руководителя гонки в рации не прозвучало. Поэтому мы начинаем следить за борьбой. За борьбой соискателей победных лавров в первом финальном заезде класса КФ. Между прочим, в сезоне 2015 года у нас были серьезные призеры. Это были москвичи Макар Стрельцов, Андрей Тимофеев и Евгений Дроздов. И сейчас этих пилотов мы с вами в классе КФ не наблюдаем. Они перешли в более высокие классы. И, конечно же, свято место пусто не бывает. Каждый из пилотов сейчас стремится проявить себя во всей красе в новом сезоне. Спорт продолжается. Борьба, как говорится, не меняется. И здесь очень многое будет зависеть от мастерства. Лидер заезда Ваня Носов. Иван Носов, город Муром. Представитель команды Дазари Тим. Всего лишь 16 сотых секунды ему на первом круге уступает Денис Мавланов из Москвы.
Кстати, Иван Носов является одним из фаворитов сезона, поэтому, конечно же, будем следить очень внимательно за его продвижением к финишу. И вот, пожалуйста, на шестую позицию у нас прорывается Никита Демченко из Москвы, нахватавший замечаний вчера, сегодня подзадержавшийся в накопитель. Но это, как говорится, останется на совести спортивных комиссаров. А сейчас самое главное. Вот она, красивая борьба. Вперед рвется. Решительной поступью шестой номер Денис Мавланов. Денис Мавланов прорывается вперед. Вы смотрите, какая шикарная была сейчас атака. Шестой номер, москвич из команды Тим Комаров. Денис Мавланов сейчас прорвался на ровном скоростном участке. Сумел обойти Михаила Калинина, пилота из Санкт-Петербурга, который пока не сдается, но тут же задумывается над защитой своих позиций. Вслед атакует Сергей Травников, пилот из Санкт-Петербурга, стартовый номер 11. Вот здесь все внимание к этой тройке, хотя самое главное, конечно же, это лидер. Лидер заезда Иван Носов из Мурома, стартовый номер 20. Десятка участников заезда замыкает 43-й номер. Это Даниил Жучков из Дмитрова. А в пятерке у нас Носов, Мавланов, Калинин, Травников и Демченко, уступающий 3,5 секунды лидеру заезда. Мавланов прорывается на вторую позицию. Вы все это видели своими глазами. Обошел он на ровном скоростном участке Михаила Калинина, питерского пилота. И вот сейчас сражение не прекращается. Сергей Травников, один из фаворитов сезона, наращивает обороты, стремится не упустить Михаила Калинина. Сергей Травников, который вчера очень и очень неплохо выступал в серии отборочных заездов. И вот сейчас, смотрите, пропускает вперед соперника Ростислав Бережинский. Ростислав Бережинский и обошедший его Артем Артеменко, пилот из Санкт-Петербурга. Мавланов уступает лидеру заезда чуть больше 1,5 секунд. Калинин 1,55, Травников 2,4 секунды отставания от Ивана Носова, муромского богатыря. И вот она, пожалуйста, динамика скорости Ивана Носова. На втором круге 53,06 секунды, на третьем 52,69 секунды, на четвертом круге 52,44 секунды. Наращивает обороты и 20-й номер Иван Носов, и его преследователи. Поэтому, конечно же, очень много будет решаться в сражении за вторую и третью позицию. И вот сейчас, смотрите, какая схватка! Схватка между Ростиславом Бережинским и его соперниками. А это Даниил Жучков и Андрей Щуров, пилот из Москвы, стартовый номер 99. Вот в замедленном действии сейчас мы с вами наблюдаем это сражение. Попытался прорваться вперед Андрей Щуров и сразу одну позицию потерял. На ровном месте, как говорится, сохраняет поступательность движения Денис Мавланов. И вот, кстати, лучшее время на пятом круге показывает именно Денис. 52,28 секунды. 52,28 секунды. Денис Мавланов, стартовый номер 6. Вот она, динамика его скорости. На втором круге 53,82, на третьем 53,02, на четвертом 52,53, и на пятом круге 52,28 секунды. Лидер заезда прежний. Иван Носов, город Муром, Дазари Тим. 1,26 секунды уступает ему Денис Мавланов. Все ближе и ближе к лидеру заезда Денис, поэтому, конечно же, мы не будем сбрасывать его со счетов однозначно. Тем более, что и на шестом круге Денис Мавланов показывает лучшее время круга. 51,99 секунды. 51,99 секунды. Иван Носов, лидер заезда. Динамика его скорости. 52,69, 52,44, 52,29, 52,06 секунды на шестом круге. Это динамика наращивания скорости со стороны лидера Ивана Носова. И вот лидер готовится уйти на восьмой круг.
Но, если честно, отставание Дениса Мавланова уменьшается. 1:18 отставания. Вот эта разница между лидером и его преследователем. Но, как говорится, все еще впереди. Денис Мавланов вновь лучшее время круга. На 7-м круге 51:75. Как пирожки горячие штампует Мавланов лучшие времена на круге. Просто красавец. На 8-м круге участники заезда. И вот она, пожалуйста, динамика скорости Дениса Мавланова. На 4-м круге 52:53. На 5-м 52:28. На 6-м 51:99. На 7-м круге 51:75. Наращивает обороты московский гонщик из команды Тим Комаров. И я думаю, что совсем скоро лидеру заезда придется, как говорится, вспоминать о защите своих рубежей. Иван Носов пока впереди. И, кстати, вот только что он показал на 8-м круге лучшее время. 51:06. 51:06. Не хочет Ваня Носов борьбы с Денисом Мавлановым. На 8-м круге Денис Мавланов замедлился. 51:75. Но это уже, как говорится, понижение в прогрессе, поэтому, конечно же, прорыв, скоростной прорыв на 8-м круге у Ивана Носова достоин уважения. На 9-м круге, уже на 9-м круге участники заезда. Крупным планом на ваших мониторах сражение! И 43-й номер. Даниил Жучков обходит Ростислава Бережинского. И наступает на пятки Евгению Галкину. А Евгений Галкин у нас, между прочим, на 8-й позиции. Это борьба в хвосте пелотона. Вот вам и заезд, вот вам и мастерство пилотов, которые не желают мириться с огромной пропастью отставания от лидеров заезда. 43-91. Тем временем Иван Носов, лидер заезда, сбрасывает скорость, замедляется на 0,07. Посмотрим, чем это обусловлено, чем это объясняется. Неужели Ваня успокоился? Успокаиваться с такими соперниками, как Денис Мавланов, не стоит. И это будет неверно. Всего лишь 0,9 Мавланов уступает Носову. Он наращивает обороты. Носов, Мавланов, Калинин. Это тройка лидеров заезда. Сережа Травников 4,07 уступает лидеру заезда. 11-й круг. И вновь замедляется Ваня Носов. На 10-м круге 51:98. 0,3 самому себе уступает Носов. А вот Мавланов ускоряется. На 9-м круге 51:62. На 10-м круге 51:61. Так что не за горами, я уверен, не за горами результативная попытка атаки со стороны Мавланова. Все ближе и ближе он к лидеру заезда. 0,5 уступает он Ивану Носову. Так что, товарищи, не расслабляйтесь. На 11-м круге Денис Мавланов показывает лучшее время. 51:58. 51:58. Почувствовал вкус крови преследователь Денис Мавланов и готовится к борьбе, готовится к атаке. Ваня Носов оглядывается. Еще 8 кругов до финиша, поэтому сражение только начинается. Да, спохватился Иван Носов, чуть-чуть быстрее проехал предыдущий 11-й круг, но, как говорится, не было бы поздно. Денис Мавланов на второй позиции. Все ближе и ближе к лидеру заезда. Смотрите и не говорите, что не видели. На 13-й круг отправляются лидеры заезда. И совсем самая малая малость остается между Мавлановым и Носовым. Уже практически на дистанцию атаки выходит Денис Мавланов. И лучшее время показывает Денис на 12-м круге. 51:39. 51:39. 13-й круг. Приближается к лидеру заезда Денис Мавланов. Да, побыстрее. Спохватывается Иван Носов. 51:68 на 12-м круге. Но, тем не менее, слишком близко подпускает он к себе Мавланова.
У Мавланова динамика-то помощнее будет. 11 круг и 12 уже быстрее на 0,3 секунды. Все внимание на схватку лидеров заезда. Кто будет первым на финише? Кому улыбнется удача на финишной прямой? 0,2. Всего лишь 0,2 уступал Мавланов Носову на промежуточном финише. Сейчас была попытка обгона. Была попытка атаки со стороны Мавланова. Ой, как интересно, друзья мои. Михаил Калинин хоть и движется на третьей позиции, но он уступает лидеру заезда 1,65 секунды. И это очень-очень интересно. Правда, на 13-м круге Мавланов замедляется. 51,4 секунды. 0,1 он уступает самому себе. Носов ускоряется. 51,45 секунды на 13-м круге. Посмотрим, что будет дальше. Здесь, как говорится, начинается дуэль. Мы провожаем лидеров на 15-й круг. Прежнее отставание в 0,2 секунды сохраняется. Похватившись, Иван Носов пытается создать хоть какой-то отрыв между собой и соперником. Калинин на третьей позиции с отставанием чуть больше 1,5 секунд. Сергей Травников уступает почти 5 секунд лидеру заезда. Вперед прорывается Галкин. Да-да, Евгений Галкин сумел сместить ниже Даниила Жучкова, но это в хвосте пелотона. Жучков сейчас на 8-й позиции. 17-й номер. Артем Артеменко рвется вперед. Денис Мавланов все-таки замедляется. 0,09 секунды он уступает самому себе на 14-м круге. И сохраняет отрыв. И даже увеличивает его. Иван Носов, лидер заезда. Да, 0,49 секунды уступает Денис Мавланов лидеру заезда Ивану Носову. Но опасность атаки с его стороны сохраняется. Иван Носов, лидер заезда, показывает на 15-м круге лучшее время. 51,31 секунды. 51,31 секунды. Иван Носов, город Муром. Дозари Тим. Мавланов еще медленнее приезжает на 15-м круге. 51,54 секунды. Сбрасывает обороты Денис, и неизвестно пока, чем это обуславливается. Крупным планом на ваших экранах Евгений Галкин, 91 номер, москвич из команды АСК Engines. На 17-м круге участники заезда. 0,35 секунды уступает Денис Мавланов лидеру заезда. И вот, пожалуйста, Даниил Жучков в погоне за Евгением Галкиным. Красивый обгон, товарищи! Обратите внимание, Иван Носов сбрасывает обороты на 16-м круге. И вот еще раз повторим, мы с вами наблюдаем шикарный прорыв Даниила Жучкова. Денис Мавланов, наоборот, ускоряется. Следовательно, мы вправе ожидать яркой, жаркой, красивой борьбы на финишных кругах этого заезда. Остается всего ничего, самая малость до финиша, поэтому, конечно же, сейчас у Ивана Носова одна задача – не допустить атаки со стороны Дениса Мавланова. А это пара дуэлянтов – Евгений Галкин и Даниил Жучков, которые ведут между собой борьбу в хвосте пелотона. Носов, Мавланов, Калинин, Травников, Демченко – это пятерка сильнейших. Но Демченко уступает лидеру заезда почти 9,5 секунд. Иван Носов показывает лучшее время на 17-м круге. 51,28 секунды. 51,28 секунды. Иван Носов берет бразды правления в этом заезде в свои руки. Сумеет ли наверстать упущенное Денис Мавланов? Об этом мы узнаем чуть позже. Денис Мавланов также ускоряется. На 0,08 секунды быстрее промчался он на 17-м круге. Итак, предпоследний круг заезда, первого финального заезда в классе КФ. Лидер прежний, Иван Носов. Небольшой просвет все-таки между ним и Денисом Мавлановым присутствует, имеет место быть. Поэтому, конечно же, главная задача Мавланова все-таки, несмотря ни на что, постараться подобраться поближе на дистанцию атаки к лидеру заезда.
Калинин на третьей позиции. 34-й номер. Михаил Калинин из Санкт-Петербурга на третьей позиции. Сергей Травников на четвертой. Один из лидеров, один из фаворитов сезона. Сергей Травников, пилот из команды Racing Factory, город Санкт-Петербург. Сейчас все-таки старается попасть в призовую тройку этого заезда. Тем временем на финишный круг мы провожаем лидеров заезда. Наращивает свое преимущество Иван Носов. Уже 41 сотую секунды на промежуточном финише уступает ему Денис Мавланов. Неужели Ваня Носов удержит свою позицию в этом заезде? И вот, пожалуйста, Иван Носов, даже замедлившись, тем не менее, сохраняет лидирующую позицию. Оглядывается стремительно, быстро оглядывается он на выходе вираж. Денис Мавланов ускоряется. На 19-м круге 51,44 секунды. Но это финишный круг. Будет ли атака, товарищи? Будет ли атака со стороны Дениса Мавланова? Вновь оглядывается лидер заезда Иван Носов. И он все-таки победитель. Иван Носов, город Муром. Отличная победа. Красивой борьбе с Денисом Мавлановым. Но за попытку Денису Мавланову отдельный респект. Низкий поклон. Это было достойно, это было красиво. Третьим финишировал в этом заезде Михаил Калинин из Санкт-Петербурга. Далее Травников и Демченко, Галкин и Жучков, Артеменко. И ждем на финише Бережинского. Это Ростислав Бережинский, город Сочи. Отличный заезд, красивая борьба. Не добрался до финиша Андрей Щуров, 99-й номер, город Москва, картинг-клуб «Макс Рейсинг». Но, тем не менее, 9 из 10 пилотов финишировали. И вот она, пожалуйста, таблица результатов заезда. Иван Носов победитель, 0,4 секунды уступил ему на финише Денис Мавланов. На третьей позиции с заставанием в 2,7 секунды Михаил Калинин. Четвертым финишировал Сергей Травников, почти 8,5 секунд, уступивший победителю. На пятой позиции Никита Демченко, пилот из Москвы, стартовый номер 23. Вслед за ним Евгений Галкин, Даниил Жучков, Артем Артеменко, Ростислав Бережинский и, к сожалению, не добрался до финиша Андрей Щуров, номер 99. Дорогие друзья, первая серия финальных заездов завершится заездом в классе КЗ-2. Пилоты готовятся в накопители. Давайте переведем дух, немножечко отдохнем, разомнемся. Те, кто находится у мониторов в домашних комфортных условиях, могут себе налить чашечку кофейку. А мы с вами немножечко все-таки разомнемся, походим и настроимся на красивую борьбу в самом динамичном, самом мощном классе, в котором принимают участие опытные бойцы, мастеровитые пилоты, которым уже ничего не нужно никому доказывать. И тем не менее, любовь к картингу, любовь к автоспорту сохраняется. И без этого они уже жить не могут. Пожелаем им удачи. 17 пилотов заявились на второй этап чемпионата России 2016 года здесь, на трассе картодрома «Лемар», что в Ростове-на-Дону. Готовимся!